Ой, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал Маугли. Здесь вы наверняка помните игру, которая называлась Welcome to the Game. Добро пожаловать в игру. Это тот симулятор темного интернета или глубокого интернета, в котором нам приходилось раскрывать жуткие тайны сайтов, которые там были, и пробираться в эту красную комнату, в которой мы могли наблюдать, как пытают какого-то живого человека. Так вот, на пороге выход второй части этой игры. Она реально была жуткая и очень атмосферная. И как только она появится, вторая часть, мы будем ее, естественно, проходить. Но для того, чтобы скрасить наши ожидания, разработчики выпустили бесплатное такое дополнение, которое называется The Waiting Room, или комната ожидания. Мы можем поиграть в него. По-моему, механика будет немножко другая. Давайте начнем новую игру и посмотрим, что нас ждет там. Божечки мои, ты кто такой? Человек в маске? Человек в маске у нас был в красной комнате. Погодь, погодь. Комната ожидания. А не значит ли это, что мы будем с вами в комнате ожидания, чтобы стать героем красной комнаты? Слушай, тут здесь прям... Да ты что, это прям 3D-экшен? Офигеть. Вот это да. Цепи, цепи, матрас обоссанный. Здесь какой-то мусор, господи. Где мы? Вентиляция? Вижу вентиляцию. Что-то еще? Кандалы? Или что это? Стул? Мне кажется, что вот здесь как раз нас и будут потом пытать. А мы должны выбраться отсюда. Господи, мне это вообще... Ой, очень не нравится. О, смотри, там что-то есть. Я могу на это посмотреть. Как на меня там посмотреть? О, точно, смотри. Там есть коридор. Мне надо туда попасть. Мне надо попасть в этот коридор. Окей, ладно. Так, у нас есть дверь. Очень темно. Ничего не видно. Фонаря, естественно, у нас никакого нет. Ладно, это не вариант. Это вообще не вариант. Мы можем бегать очень быстро. Мне кажется, мы должны через вентиляцию уходить. Как я могу сюда посмотреть? Вот и... А, вот еще одна дырка здесь. Еще одна дырка, давайте посмотрим. Кресло-каталка. Вау. Окей. Дальше что? Придурок! А! Че он хочет? Ни хрена себе! Это что сейчас такое было? Офигеть! Вот это нафиг! А что мне нужно делать? Я даже не успел среагировать. Короче, когда он ко мне побежал, я уже не мог двигаться. Я уже не мог двигаться. Значит, мне надо... Это вот он как раз и был, чел в маске. Подонок несчастный. Фу. Подожди. Я посмотрел во вторую дырку. Во второе отверстие. А вот, типа, я прихожу в себя. А вначале этого не было. Может быть, я только нажал на кнопочку на какую-то. Вот, я прихожу в себя. О, господи. Кобздец. Вообще кобздец. Прятаться я не умею, правильно? Под матрас. Я же не смогу спрятаться. Я могу только бегать. Дверь не работает. Ручки никакой не вижу. Естественно, ручки нет. Так, давай попробуем. Значит, первую я посмотрел. Может быть, даже несколько раз придется нам это переиграть. Чтобы понять, как здесь нужно выживать. Вот вторая, вот я смотрю вторую. После этого он зашел как раз. Прячься под матрас. Я хочу спрятаться под матрас. Мне кажется, он приходит в какой-то момент. Давай спрячемся и будем стоять здесь. Может быть, он нас не увидит. Я могу сесть. А вот еще отверстие. Компьютер. О, компьютер с темным интернетом. Все, больше отверстий нет. Так, я вот здесь встану и буду стоять здесь. Вот это жесть вообще. Да, его появление... Слышите, да, звуки какие-то? Как будто кто-то идет. Может, он меня заметил? Может, мне на этом компьютере нужно что-то увидеть? Как мне это поможет? Капец. Просто капец. Я прям не хочу никакого звука лишнего издавать. Как будто меня здесь нет. Может, я могу посмотреть замочную скважину? Нет? Блин. Что делать? Что делать, ребят? Пойдем к компьютеру еще раз. Я очень тихо буду ходить.
Да ё-моё! Ни хрена себе, вот это да! Короче, он просто, видимо, через какое-то время резко врывается. Фух, аж мурашки пробрали от его появления. Главное, в такой тишине ни шагов, ничего, просто забегает и начинает нас сбивать. Так, ладно, все, собрались. Значит, сейчас не надо переживать. Мы сейчас просто резко начинаем. Давай, давай, просыпайся, все. Резко начинаем сейчас все быстро осматривать и пытаться понять, как нам здесь нужно себя вести. Смотри, вот здесь еще какие-то есть штуки. Что это такое? Это просто, видимо, для цепей. Так, ладно. Я ничего делать не умею, кроме как смотреть в отверстие. Вот я смотрю в первое отверстие. Вот смотрю, смотрю, ничего не нахожу. Окей. Ладно, увидели. Дальше погнали. Второе отверстие. Тоже ничего. Третье, вот это с компьютером, по-моему, самое интересное для нас. Давай, 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 давай. Смотри, там что-то есть. Как нам пробраться? Что нам вообще нужно делать? Сидеть бесполезно. Прятаться от него бесполезно. Если только я не сяду вот здесь. Он откроет дверь и как бы меня не заметит, потому что дверь у меня сюда закрывается. Попробовать убежать, пока он попробует, пока он будет выходить. Давайте просто сейчас будем сидеть и ждать, когда он появится. Он не появляется. Смотрите, смотрите. Видите, что у нас наверху есть значок микрофона? Слышали этот звук? Мне кажется, чем громче я говорю, тем сильнее он меня слышит, тем быстрее он приходит сюда. И там еще значок уха. Я только сейчас заметил, потому что у меня там стоят кадры бандикама, и они покрывают эти значки. То есть, если я буду говорить очень громко, он придет и услышит меня. А ухо означает, что он меня слышит, да? Давайте сейчас я попробую очень громко говорить. Эй, негодяй! А ну, появись! Не боюсь я тебя, гадина ты в маске. Потому что я уже какой-то долго... Да! Вот видишь? Бум! Вырубил. Значит, надо вести себя очень тихо. Короче говоря, нам, похоже, надо вообще не говорить ничего, не шуметь, вообще ничего не делать. Какие-то болтики здесь есть. Мне кажется, их надо выкрутить или что. Я боюсь говорить, потому что он меня услышит сразу же. Слушай, тут что-то есть, похоже. Что это такое? Мне нужна какая-то... Мне явно надо, короче, отсюда свалить. Но если я пытаюсь свалить, то он слышит, он приходит за мной. Мне нельзя громко разговаривать. Так что, ребят, простите, будет все очень тихо. Что это такое? Блин, мне нужно что-то взять. Здесь никак это не отмечается, что можно взять, что нельзя взять. И явно нужно к тому компу подойти. Как это сделать, я не знаю. Короче, делайте погромче, чтобы меня слышно было. Что у нас здесь есть? Кровавый коврик. Капец. Ничего не понимаю. Не берется. Как-то надо открыть, короче говоря, эту вентиляцию. Здесь какие-то болтики, как-то их выкрутить надо. Ничего нету, ничего не вижу. Очень темно. Какой-то бред, короче. На кровать. Я должен лечь на кровать, похоже. Он зашел, подумал, о, он, наверное, спит. Смотри, я могу взять стул, как будто. Смотри. Он становится темным. Закрашенным, курсор мой. И, может, я как-то могу взять и пододвинуть. А как это сделать? Не получается ничего. Здесь тоже, смотри, закрашенным становится. Короче, если закрашено, значит, можно двигать. Можно как-то это использовать. Давайте смотреть, что еще у нас закрашенное появится. Манекен, нет, не берется. Эта штука тоже. Ничего здесь нет. Банка. Ничего не вижу вообще. Это мы уже смотрели. Ничего здесь полезного нет. Со мной, этот псих идет со мной.
Смотри, не работает эта штука. Что у нас вентиляция? Вентиляция не работает, эти гвоздики тоже не работают. Короче, надо со стулом что-то делать. Да ёж твою медь! Ты меня достал, падла! Смотри, что я обнаружил. Оказывается, мы можем ложиться на кровать. Типа я сплю. То есть вся кровать у нас не активна, только активны некоторые точки. Может, мне надо лечь на кровать и орать, чтобы он зашел, а я как будто сплю, может быть, он ставит дверь открытой. Эй, придурок! А ну быстро заходи сюда! Я тебя жду, и на самом деле здесь никого нет. Я вообще сплю. И... Он меня услышал. Ложись, ложись. На ухе показаны волны, что он меня слышит. Эй, негодяй в маске. Давай, чмошник, приди сюда. Или он не обращает внимания на мои голосовые позывы. Встаем. Такое ощущение, что кто-то открыл дверь. Дверь закрыта. Смотри, стул тоже мы можем, типа, двигать. Ложись, 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 ложись. Он что, не услышал? Может, он ушел? А что с ним стулом? Он не слышит меня, что ли, или что? Короче, этот стул надо куда-то подвинуть. Я не знаю, куда. Ладно, пойдем. Короче, нам надо исследовать. Ложись, ложись, ложись. А, не успел, блин! Слушай, ну он вообще, он несколько шагов делает, сразу открывает. Ой, капец. Вот... Такой игры я еще ни разу не видел. Блин, так просто сделано, но с такой крутой идеей. Не, мы продолжаем пытаться. Что, если мы подставим стул к двери? Давай просто подставим стул к двери. Он не двигается дальше. Он вообще не двигается. Слушай, такое ощущение, что к цепи могу подвинуть. Как мне его залезть? Жаль, ляжем. Ложись. Видите, не на все точки кровати наводится курсор. Эй, придурок! Я здесь! Я уже пододвинул стул специально для тебя! Ну-ка быстро иди сюда! Эй, клоун! Ты где? Нам, короче, куда-то надо подвинуть стул. Вот куда он идет сейчас? Что случилось? Что-то произошло. Держи свои глаза закрытыми. Да ё-моё!
Короче, вот, то есть мы должны стул отодвинуть. После этого мы ложимся. Он к нам приходит, и мы должны нажимать на кнопку. Я просто не успел среагировать. У меня руки были далеко от мышки. И мы жмем на кнопочку, пока он, ну, видимо, для того, чтобы мы должны закрыть глаза, он проверяет, спим мы или нет. Я тебя все равно разведу, мужик. Я все равно выясню, как тебя обвести вокруг пальца. Я не совсем понимаю, честно говоря, что происходит. И как нам его выманить. Вроде я и шумлю, вроде я и ору. Двигаю стул. Но ничего не помогает. Он не хочет идти сюда. Как это было в прошлый раз. С чем это связано? О, смотри, я могу залезть. Тихо. Все, я понял, в чем прикол. Короче, нам нужно, по идее, нужно открыть вентиляцию. Этот придурок сразу же, конечно, прибегает, как только... Все, я теперь понял. Мы можем его выманить временем и звуком, если мы производим очень много звука. Но мы также можем вылезти в вентиляцию. Там выкручивался болтик. Мы можем оттуда скипнуть. Сейчас мы как раз... Естественно, когда он прибегает, мне нужно прятаться, ложиться на кровать, и тогда мне нужно держать свои глаза закрытыми, чтобы он ушел, и мы смогли в вентиляцию убежать. Вот в чем прикол. Поэтому именно сейчас мы и будем пытаться это сделать. Ох, жесткач. Жесткач. Никогда не знаешь, в какой момент он появится. Ладно, я теперь понял, что надо делать. Он делает несколько шагов перед тем, как появиться. И стул встает прям очень ровно. Ложись. Вроде тишина. Погнали. Открывай. Ложись. Но он не идет. Черт с ним. Полезли. Есть. Охренеть. Я в какой-то вообще непонятной канале этой вентиляции. Ползаю. О, комната с компом. А он сюда не придет? Трупы, ни хрена себе. А где прятаться-то будем? Где мы будем прятаться? Вот здесь, наверное, надо спрятаться от него. Если что. Короче, ребят, я буду очень тихо разговаривать, иначе он услышит. Правильно? Что у нас здесь? Коробка. Пойдем к компу. И вот здесь, по идее, я теперь должен искать ответ. Записки. Смотри-ка, Black Metal Surgery купил из черного металла хирургические какие-то пила. Пила, трепа для трепанации. Офигеть. Так, ладно. Дальше что? Pick up. Вот какой-то код. Golden State. А, это, наверное, какие нам нужно найти коды. Три кода нам нужно найти. File Nothing называется. Products, продукты. Марио, это то, что он поставляет кому терминал. Так, короче, заходим в N. Погнали. Значит, нам нужно 339 Golden Street. А что такое? А ты то, что подобрать какие-то штуки нам нужно. Нам нужен какой-то сайт, а я даже не знаю, куда идти. Если терминал еще есть.
root password, код какой-то нужно ввести. Короче, мне нужно здесь раздобыть какие-то, я не знаю, что. А вот еще какой-то файл, смотри. Адам текст. Если ты читаешь это, то тогда Господь тебя спасает. Ты не знаешь, где ты и кто ты такой, но я знаю, что они с тобой сделают. В какого-то рода это комната ожидания, как они ее называют, это место, которое они держат тебя, прежде чем они будут тебя в красной комнате пытать ради развлечения. Я оставил здесь, в этой задней двери, здесь, на этом компьютере, чтобы ты смог убраться. Его зовут здесь. А я оставил здесь комнату, дверь, чтобы ты смог убраться отсюда. Его называют гейткипер или привратник. И and it's located on. И он находится в терминале. Терминал, возможно, закрыт. Но если это так, то тебе придется найти пароль. Пароль, возможно, находится в скрытых файлах на твоем компьютере. Как только ты получишь доступ к терминалу, то привратник попросит пароль, чтобы открыть двери. Чтобы забрать этот пароль, тебе нужно исследовать темную сеть, глубокий интернет. Чё это нафиг было такое? 6 скрытых паролей. Некоторые страницы, возможно, содержат их, и некоторые... Он, похоже, уже дрель там какую-то готовит. Когда они будут искать тебя... Короче, каждое слово, каждую картинку, каждую ссылку проверяй. Хэш это где-то появится, это мы уже знаем. А вот хэши, которые не являются паролем. Ты должен их расшифровать, чтобы получить цифровую последовательность. Выглядят они вот таким образом. Ты будешь использовать программу дешифровки, программы в терминале, подобным образом. Пишешь decrypt 1 и пишешь код. И даст тебе результат вот такой, 1G. Значение — это первая буква или цифра пароля. Это первая... первая буква — это G. Он идет сюда. Выходим. Как мне выйти отсюда? Погнали. Да уйди. Это вообще жесть какая-то. Это просто какая-то жесть. Короче говоря, похоже, это та же самая игра, что у нас была. Welcome to the game. Только у нас теперь есть две комнаты. И нам нужно постоянно прятаться и бегать. Как только мы слышим этот звук, нам нужно срочно бежать. Получается так. А куда мы будем прятаться от него там? За коробку, если только. Других вариантов я не знаю. Как только мы слышим звуки, я просто не понимал, как выйти отсюда. Я так бы уже давно убежал. Значит, давайте попробуем еще раз. Последний, финальный. Не получится, будем потом я уже попрактикуюсь, и мы сделаем прохождение как надо. Так, здесь можно, мне кажется, смело двигать. Он так быстро, типа, не приходит. Давай. Открывай. Залазь. Погнали. Короче, та же самая система. Нам нужно искать пароли на этих сайтах. Какие сайты, я не совсем еще понял. Значит, правая кнопка мыши, она выходит из компьютера. Мы бежим вот сюда, прячемся. Садимся и вот так сидим. Вот это мой план. Здесь спрятаться невозможно. Окей. Ну, погнали. Садись. Давай, садись. Значит, вот еще раз скрытый файл. Открываем его. Вот он здесь говорит. Теперь тебе нужно быть внимательным. Все, что происходит вокруг тебя. Он палач этого места. И тебе нужно играть только, как будто ты спишь. Чтоб он тебя все время... Он будет патрулировать. Будь внимателен к тому, что он патрулирует в какое-то время определенное. Если когда он придет, тебе лучше быть под своим одеялом.
И так что будь супер тихим. Время ограничено, тебе нужно до 3:30 утра успеть это сделать. Адам оставил нам. Ну, все понятно. Не совсем понятны нам сайты. Куда? Где нам? Вот. А, вот, батрум. Все, вот они сайты. Все понятно. И здесь, короче, мы с вами ищем как раз этот самый хэш. Вот они, эти всякие сайты запрещенные. И вот, по идее, мы с вами должны здесь искать. Ну, все понятно. И нам нужно понять, в какое время он ходит. Так, что это я сделал? Нам нужно понять, в какое время он приходит в нашу комнату, чтобы проверять. Если он по времени ходит. Home, cams, камеры. Так, нам нужно найти здесь этот хэш. Где-то он здесь должен быть. Вот он, похоже, да? А, это просто страница, по которой мы должны находить. Ладно, здесь вроде как нет. Ладно, едем дальше. Следующий сайт. Я думаю, блин, не все они работают. Дешевая хирургия. О, жесткач. Давайте проверять. Кто мы такие? Так. Ищем. Что-то все время почему-то оно выделяется начинает. Что начинает выделяться? Да, ё-моё. Ладно, контакты. В контактах что-нибудь есть? Контакт, вот, типа контакты через вот эту штуку. Ладно, похоже, здесь нет хэша этого. Дешевая хирургия. Дальше. Трупы на продажу. Темная книга. Вот, пароль. Блин, почему оно выделяется? Я понимаю, типа оно как бы выделяется. Ну, я типа нажимаю на кнопку, оно типа выделяется. Как мне обратно сбросить? Ладно, здесь тоже нет. В общем, все, в принципе, понятно, что здесь происходит. В разное время активируются разные страницы. Доктор убийства. Мы пока что еще ни одного кода не нашли. Ищем. Где-то здесь может быть этот хэш. Где-то он здесь в тексте может просто появляться. По первой части, это я помню. Нам нужно понять, через сколько минут приходит чувак это проверять. Это у нас был доктор Мёрдер. Dream Place. Закрыто. Евро. О, оружие. Здесь тоже что-то я не вижу. Кода. А, вот продукты давай посмотрим. В разных продуктах, на страницах разных продуктов тоже может быть. На калаше. Есть код. Кода нет, назад. Вот так вот надо, короче, сидеть и проверять. Проверять и вычислять, на каких сайтах, где есть пароли. Естественно, эти пароли, скорее всего, постоянно регенерируются. И поэтому каждый раз, как в первый раз, будет у нас. Сейчас посмотрим, если я, допустим... Но он сказал, что тебе в любом случае тебе надо сидеть под одеялом, когда он придет. В общем, 8:10 время. Давай назад. 8:11. Сейчас будем смотреть, во сколько он возвращается. Потому что это слышно. Так, пусто. Короче, кто-то нам, видишь, оставил здесь подсказочку, как нам свалить отсюда. Ага, значит, здесь нету. Так, заказ. Короче, здесь нигде нету. На этой странице. Вот мы можем уже развернуть. Может быть, здесь что-то будет еще скрытая какая-то информация. Ладно, погнали дальше. Father, отец Дональд. Блин, я помню этого чувака. Ё-моё. Это он был? Он что-то услышал, видите? Ухо. Залезем-ка обратно в вентиляцию. Зачем я врубил этого отца Дональда? Это сатанист какой-то. Я помню этот сайт с прошлой части игры. Он сейчас все услышит. Да ё-моё! Поджидал меня.
Фу. Эта игра очень хардкорная. На самом деле она очень тяжелая в этом плане. Что здесь такой элемент рандома, и надо успевать. В общем, я буду исследовать сайты. Потому что вот так вот много попыток, они все заканчиваются, видите, все сначала приходится делать. Я исследую. Как только я нарою достаточно материала, чтобы можно было вот так вот взять и подряд пройти это дополнение, то мы с вами обязательно серию целую запишем об этом. Фух! Я рад, что это закончилось на какое-то время. Спасибо большое, что смотрели. Если вы хотите видеть продолжение, обязательно ставьте лайк. Пишите об этом в комментах. Пишите ваши подсказки, которые вы поняли по этой игре. Если вы играли или видели уже, или где-то, может быть, есть какое-то прохождение, не знаю, или вы сами действительно испытывали какой-то здесь этот опыт. Пишите все, что поможет мне, поможет нам сделать хорошую серию. Спасибо еще раз за просмотр. Подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, в Твиттере, подписывайтесь на мой Инстаграм. Ссылки на все это я оставляю в описании. С вами был Маугли, это была игрушка Welcome to the Game, дополнение The Waiting Room. Комната ожидания. Увидим в следующем видосе, а пока что всегда оставайтесь на высоте и покедова! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив, без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты будь всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты... Подпишись.